Друзья, привет! Сегодня пятница, и пришло время очередного корректора. Я прошу прощения. Сегодня у нас арт-деко. Камуфляж крем. Консилер, корректор. Абдекрем. Абдекрем, наверное, это по-немецки. В общем, небольшой такой консилер. Оттенка 15. Там было много разных. Каких-то более зеленоватых, более желтоватых. Это был наиболее человеческий цвет. В отличие от предыдущих двух консилеров, которые я покупала, потому что их хвалят все, этот я купила, потому что почему бы и нет. Я не слышала ни одного отзыва на этот корректор, но решила, что раз это арт-деко, вряд ли это будет что-то плохое. Так, открываем. О, он густой. Ух ты, какой он пигментированный. Сейчас нам придется немножко абстрагироваться от того, что он намного светлее моей кожи, потому что... Ну, это будет консилер на зиму. Но посмотрите, как он пигментированный. Я беру совсем чуть-чуть и... стираю синяки в один слой. Ух, ничего себе! Так, теперь время прыщей. Идите сюда, подонки. Так, прыщи замазаны. Единственное, он, конечно, очень светлый. Да, но... это не делает его хуже. Да, он очень плотный и пигментированный. Это, наверное, самый плотный и насыщенный корректор из того, что мне пока доводилось пробовать. Смотрите, как он себя замазывает. Фух. Чу-чу-чу. Ого, класс. Так, что у нас? На лбу звезда горит. Так. Вокруг носа тоже все нафиг. Ну как вам? Мне кажется, впечатляет. В один слой он замазал и прыщики, и синяки под глазами. Просто восхитительно. Твердая пятерка. Так что сразу могу очень вам его рекомендовать. Попользуюсь им неделю, постараюсь к нему приспособиться в плане того, какой он светлый. И ждите общего обзора через неделю. Спасибо за просмотр. Пока!